Век нынешний и век минувший, так сказал бы классик, очутить он здесь. Античность и советское время, славянская и древнегреческая мифология вошли в одну экспозицию под символичным названием «Срез времени». Это такая выставка своего рода «Машина времени», вот, которую можно посмотреть, как люди живут сегодняшним днем. Вот как, например, на примере графики Юры, это как раз вот наш быт, то, что мы видим каждый день. Вот, ну вот, автор предлагает посмотреть на это немножко иначе, так, ну, как-то более трогательно, что ли. И если на картинах предстает электронная современность, среди скульптур – окрыленный икар и водолаз Жак из Сибита. На него у скульптора ушло около 5 дней. Прототипом его стал Жак Ив Кусто, тот самый, который изобрел акваланг. Собирательный образ водолаза. Вот. Называется Жак, это, точнее, скорее дань уважения Жаку Кусто. Сама по себе эта работа, именно материал, то есть это своего рода рабочая модель. Вот, то есть вот наступит лето, я буду делать в камне. К сожалению, мы сумели лично познакомиться только с Александром. Но даже не зная второго автора, понятно, что эти два человека дружат давно. Настолько гармоничны они и в своем творчестве. Совместные выставки делают нечасто. Это будет работать в галерее «Турина гора» до 8 марта. Анара Шагирова, Александр Атропов. День с толком.